Всем привет! Вот решил разобрать вот этот вот элемент. Не знаю, как его правильно называется. Пепельница. Пепельницу мне надо достать, вот эту крышечку. Дело в том, что вот в эту вот щель смог я затолкать случайно карточку такую пластиковую. Теперь пепельница закрывается, и карточка — это ключ от гаража. Вот. Ну, как-то на первый взгляд непонятно было, как тут что делать. Ну, вроде бы разобрался. Вот даже чуть-чуть попробовал. Тут, оказывается, вот эта вот вся деталь, она целая. И вот достается, видимо, вот тут вот эти всякие защелки по бокам. Их надо открыть, и вся конструкция выйдет. Тогда можно будет разобраться и достать карточку, и разобраться, как тут, чтобы все заезжало обратно. Вот начал чуть-чуть пробовать с этой стороны, вот так ножиком. Вот так вот. Чик-чик тут, и оно начало поддаваться. Вот, значит, решил снять видео. Кажется, у меня все получится. Не был уверен, думал, уже звонить надо на Киеве ехать, чтобы морду разбирали, чтобы достать карточку. Продолжим. Так, начал я тут вот так вот ножиком. Загнал его туда. Как рычагом использовал. А вроде бы ничего не сломал. О, отлично. Вот, видно, два зажима, эти две защелки. С этой стороны все получается. Так, а может быть, и не надо быть софтом? Может, достаточно как пепельница. Вот, какие-то болты, похоже, пепельницу держат еще. Только теперь с левой стороны. Так, с вкладочки эти снял. Вся конструкция вот такая, оказывается. Полочка — это ниша. Все снимается. Все просто. Так, дальше. Самое дело, которое надо сделать, надо, оказывается, тут. Так. Два болта. Надо открутить, и тогда, видимо, вся пепельница выедет. Вот, первый болт пошел. Ага, все двигается, да. С этой стороны. Саморезы. Как это вся конструкция должна выехать? Вот, двигается. Наверное, все-таки провода. Так, вот пепельница потом зажимать. У меня получилось все достать. Карточка моя оказалась вот там вот валялась. Я вот ее достал сейчас. Пепельница, соответственно, закрывается, открывается, все. Теперь поставить все обратно. Только два самореза этих. И накладку. Так, а что тут интересно есть внутри? Дайте-ка посмотреть. Да ничего такого. Ну, вместо что-нибудь туда засунуть, выкинуть пепельницу, ну нафиг. Ставить сюда красиво большой компьютер. Вот. Ну все, сейчас собираю обратно. Вот такая вот разборка получилась. Ну вот, два самореза прикрутил. Один справа, другой слева. Проверяю на всякий случай, что все работает. Осталось только всю эту накладку затолкать обратно, чтобы все было красиво, как и было.
Так, с нижних. О, пепельница спешит выехать куда-то. Пускай торчит. Справа окей. Все, слева стало. Так, тряпочкой только протереть. Пепельница достается. Крышечка открывается, закрывается. Ура! Все, никуда ехать не надо, никому звонить не надо. Все, сам сделал. Ничего себе. Очумелые ручки. Все, всем пока.